Друзья, привет! Коротенькое видео про добавление маленького комфорта в наш город. Это вся наша спортивная зона. Здесь площадка для кача, футбол, баскетбол, за мной стадион. И проблема, что здесь совершенно нет скамеек, чтобы кому-то присесть. Принципиально хочется получить две скамейки. Одна где-то в этой зоне, направлена на площадку с тренажерами. Вторая где-то там. Я был здесь днем, видел, что тень захватывает только эту часть. Сейчас же, ближе к вечеру, тень захватывает и ту дальнюю часть. А вот так это выглядит в 10 утра. Идея в том, что одна из лавочек будет находиться в тени до обеда, а вторая из лавочек будет находиться в тени после обеда. Потому что любой, кто тренировался на улице, знает, что такое отдохнуть между подходами, между таймами, между раундами, прямо на солнцепеке. Нет, это должно быть непременно в тени. Пожалуйста, все готово. К ЖКЦ есть, конечно, вопросы, но есть ведь и много позитива. Посмотрите, быстро сработали, установили, все четко, качественно. Так что большое спасибо. Все как и планировалось. Эта скамеечка утром и днем в тени и работает на проходящих по этой дороге. Та скамеечка в тени будет часов в 5 и работает на занимающихся на тренажерах. У нас, у словутичан, стало последнее время очень модно находить множество недостатков. Стало модно ругать ЖКЦ по поводу и без повода даже. Но тогда давайте иметь в себе силы и смелость хвалить за действительно быструю, качественную работу. И вот эти лавочки как раз тот случай. Отреагировали, установили. Всем хорошо. ЖКЦ, большое вам спасибо от всех. Пока. Как-то мы, в общем, зацепились за эту зону, две скамейки установили. Теперь же надо все-таки реализовать быстренько водяные ворота, пока лето не кончилось. И следующая задача наша – установить скамейки вдоль футбольного поля. Сюда ближе к дорожке, но работать они будут и на проходящих, и на тех, кто пришел на тренировку, ожидает тренирующихся или просто для зрителей. Есть на эти скамейки запрос и от футбольных тренеров, и от просто спортсменов. Так что работаем дальше.